Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соуці. Зі мною на сувязі з Вашингтону демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська, яка каля години тому зустрілася з президентом США Джо Байденом. Світлана, добрий день. Добрий день, Ганна. Ви написали у своїх соцсетках, що виходили з Білого дому з упевненістю, що голос мільйонів білорусів був почутий. Що саме головне було на зустрічі? Самое главное, что я на этой встрече почувствовала, что Соединенные Штаты Америки и лично президент Байден будут с белорусами. И сейчас, когда у нас происходит восстание, революция против насилия и беззакония, и потом, после новых выборов, также будут стоять плечом к плечу с белорусами. Что Байден сказал вам, что сказал белорусам, что пообещал? У нас было достаточно много встреч на прошлой неделе в Вашингтоне с советниками господина Байдена, с представителями Белого дома, и детали обычно нашего сотрудничества обсуждаются там. Встреча с Байденом — это было прежде всего знакомство с человеком, который выступает за демократические изменения во всем мире. И я услышала обещание, что США будут продолжать давить на режим и будут поддерживать белорусов, как только можно. Гэтая сустрэча не была анансаваная, все чакалі, што гэта адбудзецца. Раскажыце, якім чынам удалося арганізаваць гэтую сустрэчу? Натуральна, это вялікая праца вашай каманды. На самом деле, да, встреча была очень важна, но встреча не была самоцелью, потому что мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом. И, как я уже сказала, все наши просьбы, коммуникация, да, она обсуждалась на предыдущих встречах. Но это инициатива самого президента Байдена, чтобы пригласить меня в Белый дом. А расскажите, где в Белом доме отбывалась встреча, який был ее формат, кто еще присутствовал? На встрече присутствовали Джейк Салливан и также другие представители Белого дома. Это была комната Рузвельта. Вы казали, что встреча протягивалась около 15 хвилин. Как вам подалось, насколько обознаны в белорусской ситуации Байден? У него было шерох заяв, связанных с Беларусью, тягом всей его долгой политической карьеры. Насколько добро он ориентуется в ситуации в Беларуси? Джо Байден – это президент, которому не безразлична судьба Беларуси и белорусов. И уверена, что он знает о ситуации, о том насилии, о том произволе, который сейчас происходит в стране, о тысячах заключенных, о насилии, но также он знает о непрекращающейся борьбе белорусов, что никто не сдается, все объединены как никогда ранее, что и демсилы действуют в одном направлении, чтобы добиться одной цели. Сейчас нет никакого, ну, скажем так, соревнования между и демократическими лидерами, и партиями, потому что нас объединяет одно стремление к новым выборам. Вы написали в соцсетках, что отчували как белорусская, что отчували как политик. Могли бы больше подробязно про это сказать, что вот вы как белорусская, как жонка политвязня отчували, и что отчували как демократично обранный лидер Беларуси? Ну, знаете, это все-таки историческая встреча, и я пыталась, выходя из Белого дома, я пыталась проанализировать, что я в этот момент чувствую. Конечно, это разные чувства и гордость, что это мы, белорусы, настолько поразили мир своей борьбой, своей уверенностью в том, что мы все равно победим, все равно этому режиму придет конец. Как я испытывала радость от того, что я встречаюсь с великим президентом, для которого важной ценностью, основной ценностью являются права человека
и верховенство права. Мне было очень жаль, что не все белорусы смогли со мной разделить этот момент. Я говорю о тех, кто в тюрьме, кого продолжают держать за стенках, над кем сейчас происходят так называемые суды. И, ну, конечно, я рассказала о том, что я чувствую как мама, что я уже около 2 недель без своих деток, я очень скучаю, но они меня простят. То есть это смешанные очень чувства, переплетающиеся между собой. То есть одним словом не опишешь, конечно. А еще такое питание у меня. И вы были в массе, и президент Байден. Я думаю, что он один из первых в Америке публично сделал прищепку супроть коронавирусу. Я ведаю, что и вы сделали прищепку супроть коронавирусу. Это такая принциповая позиция политика, демонстрация всему свету вот этих правил безопасности. На самом деле в США до вчерашнего дня не было обязательным ношения масок, но вчера решили ужесточить немного правила, потому что новый штамм вируса уже проявляет себя и приняты дополнительные меры по защите. Зрозуміло. Ну, тепер, напевно, у вас нема часу поглядеть, але все соцсетки в Беларуси заповнены фотоздымками вашей встречи с президентом США. Люди делятся, люди комментуют, люди пишут. Что вы скажете тем, кто вот теперь сочит за этим визитом в Беларуси и за межами Беларуси, кто был вымушен изъехать? Я хочу сказать, что демократический мир с нами, но основная задача все равно лежит на белорусах. И я благодарна каждому, понимая, как тяжело, как страшно бороться в Беларуси. Спасибо вам за то, что вы находите способы, находите возможности показывать, что мы здесь, за то, что вы не останавливаетесь. Потому что пока в тюрьме находится Саша Ивулин, все спортивное сообщество будет продолжать борьбу. Пока находится за решеткой Катя Андреева, все журналисты Беларуси будут продолжать борьбу. Пока Сергей Тихановский, Николай Статкевич в тюрьме, все активисты будут продолжать этот путь. Пока Виктор Бабарико, Маша Колесникова в тюрьме, все бизнесы, IT-компании будут вместе со всеми стоять плечом к плечу друг к другу и продолжать бороться. Пока Максим Знак находится за решеткой, все юридические службы открыто или тайно все равно будут на нашей стороне. Поэтому эта борьба не прекратится, пока мы не придем к новым, честным и открытым выборам. Дякую великие. Это была Светлана Тихановская, демократичная лидерка Беларуси, которая находится в Соединенных Штатах на запрошение Держдепартаменту США и только что встретилась с президентом Соединенных Штатов Америки. Дякую вам великие. Всего наилучшего.